задом. Водитель легкового автомобиля возвращался домой из торгового комплекса. Выезжая с парковки, на главной дороге перед его иномаркой остановилась машина. Чтобы ее объехать, мужчина решил сдать назад. В этот момент произошел наезд. Удар был такой силы, что на кузове иномарки образовались вмятины. Хотел сдать назад. Посмотрел в зеркало, назад дал. Вот ее не было, я не увидел, что здесь кто-то есть. Я, соответственно, назад стал сдавать и удар. Ну и все, сразу остановились, вышли, и человек лежит. Женщина с пакетами перебегала дорогу в неположенном месте. Под колесами автомобиля остались конфеты, которые она купила буквально несколько минут назад. Я вообще в зеркала не видел никого. Непонятно, как это вообще. Вот человека не было на дороге, я ее не видел. Сразу после ДТП водитель, сбивший пешехода, позвонил в службу 112. Приехавшие медики неотложки осмотрели пострадавшую и в срочном порядке доставили ее в стационар. По словам водителя, женщина жаловалась на боли в руке. Скорее всего, при ударе она получила перелом верхней конечности. Лесна Латыфа, Максим Зуйков, эфир 24. Поздравляем вас с праздником Великой Победы!